Высотой в 32 метра из металла с облицовкой прокатной сталью и лазерным нанесением фрагментов архивных фотографий. Установить стеллу в честь трудовых подвигов барнаульцев в годы Великой Отечественной войны 2 года назад инициировала партия «Единая Россия» и городской совет ветеранов. И уже в этом году памятная конструкция должна поразить своим величием и оформлением. Во многом этому будет способствовать место размещения стеллы – Нагорный парк, что находится на возвышенности. По решению секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака было однопартийцами запущено голосование по месту нахождения этой стелы. И вот более 75 тысяч барнаульцев высказали свое мнение, что эта стела должна находиться в Нагорном парке. Собственно, решение наших горожан и послужило выбором места, где будет установлена эта стела. Высокий и сложный по конструкции объект изготавливает московский завод. Аналогичные заказы он получил от 20 российских городов, что удостоены звания трудовой доблести. Как только металлоконструкции будут готовы и доставлены в Барнаул, начнется их монтаж. А пока на месте размещения стелы начался первый строительный этап. Ну, сейчас идут земляные работы, подготовка фундаментов. Сейчас будет бетон. Вот. После бетона появятся закладные, специальные, специфичные закладные для монтажа этих самых металлоконструкций. Вот. А дальше благоустройство. Благоустройство площадки включает подсветку и озеленение. Новое памятное место, говорят его авторы, оформят достойно. В будущем здесь будут проводить разные мероприятия и гремить салюты на День города, также 1 и 9 мая. Я думаю, что это возврат, плата. Может быть, небольшая, но плата долго перед ветеранами и тружениками, которые вот дали нам возможность дальше жить, развиваться. Правда, к предстоящему Дню города, что пройдет 3 сентября, стелу еще не установят. По всем прогнозам, памятная конструкция возвысится при въезде в краевую столицу в начале ноября. Елена Макаренко, «День с толком».